Приветствую вас, друзья. Сегодня воскресенье, уже вечер. Я целый день сегодня фотографировал различные лоты, которые я до этого приобретал на слетах, выставках, на барахолках. Фотографировал, все это пытался найти в интернете, описать, выставить на eBay. И, честно говоря, так замучился, что замотался, что решил просто сменить немного деятельность. И решил сделать такое спонтанное видео, как всегда. Решил я помыть несколько монет, которые мне показались перспективными, и решил это вам показать. Монеты, которые, во-первых, я отобрал для мытья, и которые я надеюсь, что они, как говорится, оправдают мои ожидания. И решил вам показать сам процесс мытья. В этот раз будет крупное серебро, а не мелкое. Но перед тем, как я начну, вот монеты уже здесь лежат. Хочу вам показать заодно. Вот пришло мне две посылочки. В принципе, ничего особенного. Но раз уж пришло, решил я их, так сказать, совместить два в одном и показать вам, что же мне пришло, что же я покупаю вообще иногда на eBay. То есть эти обе этих покупки я совершил на eBay, на аукционе. Выиграл, кстати. И вот первое. Давайте посмотрим, что же пришло. Блин, так заклеили. Можно было, честно говоря, и сэкономить. Вот так. Конечно. Да. Тут замучаешься открывать. Ну, я уже вижу. Ого! Ну, вообще, человек очень сильно старался. Он замотал в 10 слоев скотча. Такое старание, конечно, круто, но, блин, открывать это мучение настоящее. Ладно, сейчас открою, покажу. Итак, что же это такое? А это я купил, видите, такую маленькую гайку. Как вы помните, я в последнее время на слете мне приносили много знаков, и у большей из них части не было гаек, закруток так называемых, то есть там знаки. И вот я такую увидел на аукционе, выставили на аукцион ее, и я решил поучаствовать и выиграл. Купил я эту гайку за 3 евро, московский монетный двор, и евро 50 мне обошлась доставка. Ну вот 4,50 евро за одну гаечку. Ну, в принципе, ничего особенного, но тоже вещь, как говорится. Вот такую вещь я купил. И здесь, конечно, немножко посерьезней покупочка. Не гайка, сразу вас предупреждаю. Коробки я буду открывать аккуратно, потому что, как говорится, коробки — это такой вечный дефицит. Мне коробки нужны постоянно. И я стараюсь, если я получаю что-то, то открывать аккуратно, чтобы можно было использовать еще раз. Не потому, что я такой, в принципе, жмот, просто реально мне очень много нужно коробок. Ну, здесь тоже завернули, дай бог. Итак, что же у нас здесь? Здесь у нас знак. Купил я знак советский. С гаечкой, что хорошо. Гаечка упала. И знак этот отличный путеец. Ну, вот такой вот знак. Там у меня просит не вертеть, вот стараюсь, чтобы вы посмотрели. В принципе, знак мне нравится. Эмали, все на месте. Сколов особых не вижу. Отличный путеец. Знак недорогой. И этот человек выставил несколько знаков. Я, честно говоря, участвовал во всех аукционах практически, которые он открыл. Но посчастливилось мне выиграть только этот знак. Отличный путеец. Купил я его за 35 евро. Ну и плюс доставка, конечно же. Ну вот как-то так. Вот так вот. Ну вот такие вот покупки я совершил. Совершил на eBay. То есть купил я такой знак интересный, красивый, большой. Я вообще люблю такие эмалевые знаки советские, вообще классные. И купил гайку для другого знака. Какого? У меня их там несколько, я как бы взял на пробу.
посмотрю. Вот, ну, как-то так. Ну, а теперь давайте посмотрим монеты, которые я отобрал для мытья, на помывку, как сказать. Здесь не все. Здесь просто в этом планшете у меня лежат, я добиваю, что-то у меня покупают. Итак, что же я отобрал на помывку? Это я без перчаток, потому что я знаки все равно буду мыть. Полтинничек 25-го года. Я так вижу, что под ним, там под такой грязью, немножко, может быть, даже патиной, прячется такой штемпельный блеск, остатки, скажем так. И я надеюсь, что если я помою аккуратно, то, в принципе, что-то будет интересное. Вот эту монету я выбрал для того, чтобы помыть. Потом я решил помыть эти вот 20 кройцеров. Не потому, что я там вижу какую-то перспективу, а просто потому, что я хочу этой монете придать товарный вид. Потому что с этой стороны она еще нормальная, но вот с этой стороны вообще какая-то черная грязь некрасивая. Я решил поэтому ее аккуратно умыть. Ну, посмотрим, получится с первого раза это все снять. Эту непонятно, окислы это или что, или не получится. В принципе, я не думаю, ну, просто из-за того, чтобы вот монетку можно было чуть повыгоднее продать. Так, что еще? Еще я решил помыть вот этот вот флорин 1860 года, по-моему. Сейчас что-то свет так неудачно падает. Тут тоже есть такой остаточный штемпельный блеск на монете. И, ну, такие некоторые нехорошие пятнышки, то есть на монете, там, как, которые мне, в принципе, не нравятся. Можно и не мыть, но я думаю, помою секунд 15 в этом растворе специальном. Вот. И, может быть, что-то монету получится улучшить. Так, что еще? Еще я решил помыть вот этот вот полтинничек, который я купил за 40 или за 35 евро, сейчас точно не скажу. Купил я его на слете. Не на слете, на выставке нумизматов в Мюнхене. Вот. И мне кажется, что там тоже можно что-то с монетой сделать интересное. Ну и последний кандидат на помывку — это вот этот вот флорин венгерский 1879 года. Тоже там я вижу остаточный штемпельный блеск на монете. Я думаю, если я аккуратно помою, то, может быть, что-то тоже будет интересное. Ну, вот такие монеты я отобрал. Сейчас мы переместимся в ванную комнату, где у меня все уже приготовлено. И там, в общем, начнем сам процесс. Итак, наблюдаем. Ну что ж, итак, мы в ванной. Вот я разложил монеты. Я думаю, давайте начнем с самой монеты, которую не жалко вообще. С 20 кройцеровика Австро-Венгерской империи 1855 год. Ну, давайте посмотрим. Сейчас поставлю. Раз, два, три, четыре. Будем держать 30 секунд. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, вытаскиваю. Сейчас сполосну. Никуда не уходите. Посмотрим. И посмотрим, что же получилось. Ну что ж. Первая монета. Эта сторона вся чистая. Немножко там где-то видно остатки штемпельного блеска, там, где вот буквы по краям. Давайте посмотрим эту сторону. Ну что ж, грязь немного ушла, но не полностью. Наверное, нужно будет еще потом, скорее всего, ваткой, но на самом деле вот эта сторона даже немножко лучше выглядит. В общем, нужно будет, скорее всего, каким-нибудь ацетончиком ее обработать. Ну, посмотрим, будет у меня желание, сделаю, нет, то так и оставлю. Ну что ж,
Первая монета, в принципе, результат обнадеживающий. Теперь я бы хотел помыть полтинничек 25-го года, по-моему, да, 25-й год. Вот такой вот полтинник. Ну что ж, с Богом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Так, быстренько помоем. В теплой водичке я споласкиваю всегда монетки потом. Ну вот и готово. Что же у нас получилось? А получилось у нас вполне себе неплохой полтинник. Это, конечно, не МС-63-64, но штемпельный блеск у него есть. Что у нас с этой стороной? А эта сторона вообще классная. Ну что ж, что думаете, друзья? В принципе, вот у этого полтинника, я считаю, мытье было вполне себе. Вон, видите? Он сразу стал штемпельным. Я его купил за 10 евро, да, потому что он такой вид был невзрачный. Ну, как вы думаете, сколько он теперь будет стоить после такой аккуратной 30-секундной помывки? Я думаю, подороже. Ну что ж, тоже результат обнадеживает. Что будем следующее? Ну, давайте возьмем теперь флорин 1860 года. Молодой Франц Иозеф. Вот такая вот монетка. Давайте посмотрим, что же было с ней перед помывкой. И давайте тоже. Это крупное серебро, поэтому можно держать до 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Все, готово. Вытаскиваю, споласкиваю. Ну что ж, этот полтинник тоже готов. Флорин тоже готов. И алеоп. Ну что ж. Штемпельный блеск присутствует, как вы видите. Есть, конечно, на поле царапинки, следы бытования, то есть, но тем не менее монетка стала намного приятней, а эта сторона, ну вообще просто огонь, горит, как говорится. В общем, тоже вполне себе правильное решение было помыть эту монету, теперь она всяко стоит дороже. Так, это были монеты подешевле, то есть более дешевые, осталось на самом деле две монеты подороже, на мой взгляд, подороже, конечно. Это полтинник Николая, 1912 год, по-моему, да? И флорин тоже, 1879 года, но флорин, сделанный в Венгрии, который встречается всяко реже. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с этого флорина, раз уж я его взял в руки. Ну что ж, с Богом. Тоже 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Ну что ж, монета помыта. Сейчас я ее тоже опять споласкиваю. И показываю вам. Как вы видите, ну вообще, как вы видите, тоже штемпельный блеск. Да, есть царапины на поле, но, как я уже предупреждал, в принципе, я это и так видел. Результат все равно. Давайте перевернем. Ну что ж, вполне себе достойная монета. Как я уже сказал, венгерские флорины встречаются реже. И как видите, я в принципе монеты, вот я вот мою, споласкиваю водой, 30 секунд в этом растворе. Купил я его на Мессе, не помню как называется, по-моему это была фирма Leuchtturm, Leuchtturm, как она правильно называется. Вот, и потом просто салфеткой аккуратно промакиваю. Все, больше я ничего не делаю, никаких там щеток, никаких абразивных средств я не использую.
Итак, остался последняя монетка, как говорится. Давайте тоже полтинник 12-го года. Я его вытащил из холдера. И давайте посмотрим сначала, что с ней было. Вернее, какая она была. Видите, здесь такое некрасивое пятно на лице, коричневое. Вот. Эта сторона хорошая. Ну что ж, приступаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Вытаскиваем. И сейчас будет у нас момент истины. Ну что ж. И вот перед вами момент истины. Как вы видите, грязь я убрал. На поле есть царапины, но это не мои царапины, это уже было так. Но, тем не менее, у монеты есть штемпельный блеск. Как вы видите, лучик гуляет, то есть штемпельный блеск остался. Эта сторона, конечно, немножко обидна, да, но, тем не менее, блеск есть. Переворачиваем. Эта сторона, это просто бомбическая, да, то есть вы видите. Сейчас это вот вода, я сейчас еще, в общем, вытру. В общем, сейчас я промокну все монетки, переместимся в кабинет и посмотрим еще раз внимательно, что же получилось. Не переключайтесь. Ну что ж, я опять поменял локацию, как говорится. Сейчас, поскольку монеты уже чищены, я уже одеваю перчатки. Ну давайте присмотрим. Ну вот, первое, это вот эта монета. Еще раз вам показываю, 20 кройцеров, это как бы был такой тренировочный, то есть, видите, монетка уже довольно сильно походила, поэтому я помыл ее, просто чтобы немножко ей придать товарный вид. Все равно это вот не ушло, эти окислы, потому что там они как-то более глубоко въелись, но, тем не менее, монетка стала выглядеть лучше, и, в принципе, результат того стоил. Что у нас следующее было? Потом я помыл полтинник, по-моему, 25-го года, если я не ошибаюсь. Вот такой вот он стал. То есть, видите, есть штемпельный блеск, причем довольно сильный. Да, конечно, на поле куча царапин от мешкового сохрана, может быть, от того, что монета была немного в обращении, но тем не менее... После помывки монета стала намного красивее. Если уж мы смотрим на эту сторону, то это вообще, конечно, сразу цена у ней скаканула. Давайте следующую монету посмотрим. Это был флорин 1860 года. Вот так он выглядит. Вот так лучше, свет лучше. Тоже есть штемпельный блеск у монеты. Это, еще раз говорю, это, конечно же, не высокий ИМС, это может быть даже вообще не ИМС, но монета все равно стала выглядеть намного лучше. Так, потом я мыл флорин венгерский 1879 года. Он, в принципе, самый дорогой из всех флоринов, которые сегодня я мыл. Вот, и поэтому, в принципе, даже он еще монетка, ну, вот это... Вот, у этой монеты она, конечно, стала намного лучше выглядеть, как вы видите. Штемпельный блеск присутствует.
Так что тоже помывка монеты пошла на пользу. Ну и последний, это полтинник 12-го года. Николай II. Да, он, конечно, не подходит для слабировки. Но, тем не менее, монетка очень приятная. Раньше, в принципе, они стоили, ну, были довольно доступны. То есть их можно было купить там без проблем. Штемпельные там до 50 евро. Но сейчас, как бы, они тоже стали уже исчезать с рынка. И даже такие полтинники уже, в принципе, стоят каких-то денег. Более-менее серьезных. Ну, эта сторона, конечно, слабовата. Но все меняет вот эта сторона. То есть, видите, реверс у монеты вполне себе правильный, красивый. Штемпельный блеск присутствует. Все детали, все ясно различимо. То есть, ну, в общем-то, острый такой рельеф. Ну, как-то так. Эти монеты, в принципе, я все монеты продаю. Если вас что-то интересует, не только те, что я помыл, я продаю. А, в принципе, многое из того, ну, все, что здесь лежит, продается. Что, если вас что-то интересует, мой WhatsApp будет в описании под видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте мне лайки, пишите ваши комментарии. И, в принципе, до новых встреч. Я всем желаю крепкого здоровья, удачи и пока.